просто трачу свой крафт на тебя, 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 тебя. Оу. Я просто трачу свой став на тебя, тебя, тебя. Моя жизнь — это мрак, все должно быть не так. Пьяный врач утверждал, что без смерти никак. Джоэл сделал свой шаг, порешал всех цикад. Для него это крах, для меня это крах. Давай на тет-а-тет, йо, смертельно опасный дуэт, йо, не обуздать мне свой пыл. Я киллерша номер один, йо, где же ты, где же ты, где я? По живым мечам и мишеням иду на жертвенный дым. Вместе там и сгорим. Я просто трачу свой крафт на тебя, 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 тебя. Оу. Я просто трачу свой став на тебя, тебя, тебя. Время пострелять, между нами пальба. Подкачайся, эпи, я тебя убью. Ладинка, за Джоэла и себя, за Джоэла и себя. Не изменю мнения. Время пострелять, между нами пальба. Подкачайся, эпи, я тебя убью. Ладинка, за Джоэла и себя, за Джоэла и себя. Не изменю мнения. Никогда. Это клюшка мой трай, я потратила тайм. Шаурму за щеку и в качалку страдать. Мой отец был главврач, мог создать суперпатч. Но эта старая тварь порешала иначе. Давай на тет-а-тет, йо, смертельно опасный дуэт, йо, не обуздать мне свой пыл. Я киллерша номер один, йо, где же ты, где же ты, где я? По живым мечам и мишеням иду на жертвенный дым. Вместе там и сгорим. И они скачут, скачут в огне у шрамов, забыв все. Они поплачут, плачут чуть позже. Время пострелять, между нами пальба. Подкусайся, Элли, я тебя убью. Шатенка, за Оуэна и себя, за Оуэна и себя. Съем пальцы я у тебя. Время пострелять, между нами пальба. Покусайся, Элли, я тебя убью. Шатенка, за Оуэна и себя, за Оуэна и себя. Съем пальцы я у тебя. И мы без стволов, круче всяких мужиков. Феминистки топ, то-то, то-то, то-то без стволов. Без стволов. Вот такой вот мышап получился. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще, конечно, этого не сделали. И самое главное, оставляйте в комментариях, на что сделать следующий выпуск. Мы все сейчас комментарии читаем, благо их немного. А вот плюс от малого количества просмотров. Наверное, вы все увидели в начале ролика странный логотип. Если вы не видели, посмотрите прошлый ролик. Сейчас я смотрю такой, вау-вау, а подсказка не вылезла, вот смешно будет. Что я делаю сейчас пальцами куда-то показываю. Короче, вылезла, должна была вылезти подсказка. Там ролик прошлый о том, как мы заказывали логотип на Fiverr. Очень смешно, посмотрите, классно. Что еще хотел сказать? Мы возобновляем стримы, так что жду всех вас на нашем Twitch-канале, который здесь вылез. И мы с братом будем там вести подкаст, взяли несколько интересных тем. С вами, надеюсь, поговорить, пообсуждать. Что еще? А, ну и самое главное, у нас есть телеграм-канал, если вы не знали. Обязательно на него подпишитесь, потому что все новости актуальны по поводу Библог, новых роликов будут выходить сейчас там. А у меня на этом все. С вами был Дмитрий, канал Библог. До новых встреч, пока-пока. Время пострелять, между нами пальба. Подкачайся, эпи, я тебя убью. Ладинка, за Джоэла и себя, за Джоэла и себя. Не изменю мнения.